проведены сборной Михаила Пилика до перерыва. И замена. Замена, которую делает Пилик. Франтишек Райторал готовится вступить в игру. Защитник из Плесенской Виктории. Но для меня, честно говоря, его появление очень уж неожиданно. Его я никак не воспринимал как человека, который может появиться в этом матче в стартовом составе. И чуть-чуть не теряет мяч. Сильно. На чужую половину поля. Туда, откуда Греция не забьет. Ирачев. А сам попробуй пробить. Нет. Время дороже. Налево.